Всем ответ салам, остальным соболезную. На связи, как всегда, Цезарь. Братва, как и обещал, в прошлом ролике дропаю гайд по легким уикам. Также, братва, не забываем про конкурс на 100 тысяч баксов на GTA 5 RP Richmond. Для участия нужно поставить лайк, написать комментарий и подписаться на канал. Прошлый победили вас на экране. Многие писали, что соскучились по видосам с каптов и фан-моментов. Поэтому набираем 400 лайков и сразу сажусь монтировать следующий ролик. А вот этот модный револьвер со звуками, ну и помимо его еще несколько крутых заменок, вы можете найти в нашем дискорд-канале, ссылка на который в описании. Всем приятного просмотра. Сначала открываем Вегас и притаскиваем туда наши фрагменты. В моем случае это будут раги моего кента допа. После чего сочетаем клавиш Alt плюс Enter, открываем окно и включаем в нем ресэмпл. А также ставим разрешение Full HD. Потом перекидывайте на вайлдист и музон. Отрубайте канал с игрой. Обрезайте трек плюс-минус под минуту, также отрезайте в начале и в конце лишь. Далее оставим маркеры под биты. Чтобы понять дебит, вы можете приблизить дорожку на колесико мышки, и там уже будут скачки в графике музла. Ну, либо слушайте дебит и ставите маркер. Маркер, если что, ставится на M-английском. Теперь нажимая клавишу S, разделяйте трек в начале и в конце, после чего накидывайте на эти фрагменты эффект Smooch and Chase, выкручивая их на минус 5. В описании бот архив с различными вушами, звуками выстрела и футажами. Переносим звук револьвера на момент с выстрелом, после чего анимируем Velocity. Для этого правой кнопкой мыши нажимаем по фрагменту, после чего Insert и Velocity. К следующему маркеру мы также ставим точку, справа и слева делаем по 5 отступов и еще по точке. На центральную точку мы ставим 300, на боковые ставим 50. И так со всеми моментами. Возможно, что выстрел не будет подходить под дроп скорости. В этом случае повышайте или понижайте скорость точек, чтобы момент дропа был под выстрел. Ну и по ходу анимирования Velocity накидываем звуки выстрелов под момент. После того, как анимировали Velocity, переходим к анимации кропа эффекта. Разделяем фрагмент во время выстрела, после чего делаем 20 отступов и опять разделяем. Далее открываем кроп и анимируем его. На первую точку зажимаете Shift и уменьшаете 2 раза, после чего на 12 кадр ставите точку и устанавливаете кроп. Теперь переходим к анимации самих эффектов. Первым делом я накидываю эффект S-Flicker из плагина Subfear. Далее выкручиваю амплитуду на 0 и ставлю яркость 1.5. Нажимаю на часики и анимирую эффект, ставя точку на 9 кадре и выкручивая яркость на 1. Следующий выстрел добавляю эффект S-Edge Erase, также из плагина Subfear, и также анимирую как фликер. Ну и добавок можно еще по Erase настройкам. Многие спрашивали, где эти эффект с пламенной рамкой. Для начала разделяем момент до выстрела, зажатым шифтом дублируем момент, кидаем вниз. Также накидываем эффект S-Blur Motion, заходим в кроп и анимируем его. С самого начала удаляем картинку, после чего ставим точку в конце и приближаем до дефолтного состояния. Далее берем эффект Uniect из плагина Universe и накидываем на оригинальный момент с анимированным кропом. Дальше переходим на момент с выстрелом, анимируем его, добавляем кроп и также делаем эффект под себя. И примерно вот так все эффекты раскидываем на все моменты с фрагами. Переходим к футажам. Перекидываем, допустим, футаж, который добавляет различные блики. На его дорожке ставим параметр screen, чтобы футаж работал поверх видео. Также можно накидывать различные футажи по типу огненного кольца, различных неоновых анимаций и так далее. Тут уже на ваш вкус. Теперь делаем первый рендер. Выделяем всю область, после чего переходим в сам рендер. Например, у меня 16 Vegas, я выбираю вкладку Magic AVC. Там убирали был шаблон под 1080p и настраиваю под себя. Ставлю 60 FPS, и когда делаю мувики, я обычно ставлю битрейт 240 миллионов. Сейчас я ставлю битрейт 50, так как ролик, который вы смотрите, будет зарендерен 50 миллионов. Так как на обыкновенные ролики не вижу смысла ставить больше 50 миллионов. Но в случае, если вы рендерите мувик, ставьте 240. Это улучшит ваше качество, и картинка будет красивее и плавнее. После того, как зарендерилась первая часть, переходим ко второй. На дорожку накладываем эффект S-Shake и ставите настройки, как у меня. После шейка накладываем плагин RSMB, который делает размытие движений, и также ставите настройки, как у меня. После RSMB я накидываю эффект Magic Bullet Looks
и ставлю скачанный пресет, который переделал под себя. После этого я перехожу уже ко второй части рендера. И рендерю в таких же настройках, как и в первом. Рендерю две части, потому что эффекты между собой могут конфликтовать. И просто рендер застрянет на каком-нибудь из моментов и будет бесконечный. На этом в принципе и все. Если у вас будут какие-то вопросы, можете написать мне ВКонтакте, либо зайти на Discord канал, задать вопрос там. Напомню, что это базовый уровень лайтмувиков, и люди, которые шарят за мувимейкинг, уже это все знают. Спасибо за просмотр.